На «семерке» Игорь Леонидович с июля 2002 года. Именно руководство этого угольного предприятия заметило и оценило целеустремленность студента 5 курса КУЗГТУ, предложив тему для дипломной работы. Затем была практика, работа над дипломным проектом и, наконец, самостоятельная работа. Несмотря на молодость, к его профессиональному мнению прислушиваются опытные специалисты. Оценив профессиональный потенциал тогда еще начинающего горного инженера, руководство компании «СОЭК Кузбасс» и «Шахты» включило кандидатуру Игоря Харитонова в так называемый кадровый резерв. Сейчас практика показывает, что в угольной отрасли можно и нужно работать. С каждым годом отрасль становится все более и более интересной. И сейчас, уже сегодня, мы видим, что молодежь понемногу на шахты возвращается. И есть тому хорошие, нормальные примеры, когда после университета, получив диплом инженеров, ребята приходят и занимают руководящие должности на участках и начинают работать с полной отдачей, со знанием предмета, со знанием дела.